Всем привет! На канале Принцесса Злата. Сегодня будем снимать видео о Enchantmas и пазле. Покажи пазл, да? Вот такой у нас пазл: континенты и океаны. И на них расположены где, какие зверюшки у нас живут. Вот мы хотим его собрать и расположить там всех имеющихся у нас Enchantmas. Вот они, наши крошки. А вот их хозяюшки. Сидят и ждут. Когда же они увидят, где же они живут на самом-то деле, на карте мира у принцессы Златы. Ну что, высыпай свой пазл. Посыпай. Будем собирать. Ох, такой он огромный. Дай нам коробку, мы посмотрим, что это у нас за пазл. Все, все достала. Так, это пазл фирмы Додо. Вот она. Очень, кстати, классный пазл. Он у нас уже пережил. И, как видите, коробка немножко подмялась, но сам пазл очень классно сохранился. Ни один пазлик еще не повредился, скажем так, правильно? Да. Вот очень классный. Принцесса Злата уже раскладывает пазл. Ну что, зверюшки очень четко прорисованы, красиво, причем такой мимичной детской форме, скажем так. Уже прыгают на нашу карту. Где она? Где она? Когда мы уже увидим наши континенты, на которых мы живем? Как думаете, ребятка, это зубр или бизон? О, ты нашла голову леопарда, молодец. Давай искать дальше. А попробуй вот этот пазлик поставить. Давай. Здесь это кит. Это кит? О, ты собрала целого кита? А ну давай соберем его. Ой, какой он огромный. Самый огромный млекопитающий в океане и в целом мире. Это кит. А ты как думаешь, куда его нужно подставить? Смотри, у нас есть где-то зубы кита. Какие у него зубы большие, белые. Давай покажем его. Смотрите, какой красивый кит. Даже фонтанчик нарисован у него. Давай соберем. Два. Где же нашли? Вот он, его нашли. А нет, у нас все-таки пазлики немножко уже поддались. Да. Давай дальше собираем. Опа. Давай сюда. Малыш Киви бегает. Вот он. Вот. Австралия. Ставь сюда. Бандера. Бандер здесь. Крокодил. Тоже здесь. Даб тоже здесь. Куала водится здесь. Кто еще здесь водится? Наверное, пока никто, да? Давай дальше смотрим. Давай мы их пока более ближе. Антик хочет. Где у нас Антик? Вот у нас Антик. Это Азия. Ставь его сюда, он такой огромный, он нам был
Азии закроет. Давай, дальше кто у нас идет? Ой, бегемот на своё место. В Африку. Топает у нас бегемот в Африку. И жираф тоже в Африку. Здесь, кстати, есть и крокодилы. Но крокодил у нас уже стоит. Фламинго у нас водятся в Южной Америке. И также у нас есть фламинго в Африке. Давай дальше. Давай посмотрим его до бегемотика. Там просто не будет видно Европы. Да. В Европе у нас кто водится? Ёжиков у нас нет. Зайку в Европу ставь. Давай. Кто у нас тут еще есть? Оленя сюда можно поставить. Лису. Так, двиньтесь. Вот. Леопард у нас Южная Америка. Леопард. Медуза у нас Тихий океан. Также есть в Атлантическом и в... Подождите, как это океан называется? Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый, а этот Индийский океан. Здесь тоже водятся. Куда мы? А вот морские коньки у нас водятся в море, потому что они морские. Море у нас есть возле Австралии. Давай мы сюда его положим. Здесь, кстати, водятся очень необычные морские коньки. Давайте. У них у всех, у каждого свой определенный окрас. В точечку, в кружочек, в палочку, в полосочку. Нет, а ты водишься тоже в море. И здесь у нас есть море Средиземноморское море и Черное море. И вот они тоже водятся здесь. Давай мы тебя сюда положим. Будем как-то так мириться. Давай дальше. Кому вы еще не поставили? Давай оленя поставим. Лемуры. Лемуры у нас водятся на Мадагаскаре. Мадагаскар, вот этот остров маленький, Мадагаскар, возле Африки. Давай мы его сюда поставим. Там водятся самые настоящие лемуры. Я хочу уехать. Давай, лебеди. Лебеди давай сюда ставим к зайцу. Там, они там водят? Ну, за морским коньком, там чуть-чуть поближе надо. Ну, там лежит у нас морской конек. Убирай ручку. Вот сюда куда-то. Вот, они будут здесь. Давай павлин. Павлин – это родина павлина. У нас Азия. Здесь слон у нас в Азии. И павлин тоже должен быть. Давай, ставь его сюда. Вот так. Давай мы поставим его сюда, в Северную Америку. И у нас есть еще кто? Ленивец. Даб. Ой, нет, ледап. Как его зовут? Трибоди. Трибоди или ленивцы у нас улетел? Улетел Трибоди. Наверное, полетел в Южную Америку. Рядом к фламинго пусть садится. Принцесса Злата, сколько у нас континентов? Шесть. А океанов? Четыре. Четыре. Кто там пришла? Екатерина? Антик, пойдем. Хочет забрать Антика? Ну пусть забирает. Екатерина и Антик уже уходят домой. А мы будем собирать свой пазл обратно в коробку. Всем пока, вы были на канале Принцесса Злата. Ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться. Всем пока!